Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим о новой социальной децентрализованной платформе, которая имеет архитектуру, построенную на базе блокчейн-технологий, на которой автор сможет размещать свой контент, монетизировать свои труды, а читателю предоставляется широкий доступ к этим произведениям с возможностью комментирования и поиска единомышленников. Представляю вашему вниманию iShock. iShock создан для того, чтобы связать воедино в цифровом пространстве создателей контента и их аудиторию посредством технологии блокчейн. Сформировать уникальную социальную экосистему, где каждый автор сможет легко разместить свой цифровой контент единым блоком, и читатели смогут оценить его творчество с самых разных сторон. Можете ли вы представить себе одну огромную площадку, которая объединила бы в себе все от писателей, дистрибьюторов, читателей и со всем, что связано с любым контентом? Представили? И в скором времени такая площадка появится. Ведь iShock как раз занимается созданием такой платформы. Причем она будет на блокчейне, как я уже сказал, и будет полностью децентрализована. Это говорит о том, что появится много плюсов, таких как: во-первых, неизменность контента. То есть каждый писатель своего контента будет уверен в неизменности своего материала с какой-либо стороны. Во-вторых, цена. С помощью блокчейна и минимальных транзакций, а также отсутствия централизованных дистрибьюторов, цены на книги, контент и другое станет намного ниже. В-третьих, централизация сообщества. Одно единое сообщество, в котором будут находиться абсолютно все, причем в международном формате. И также важно отметить, что раз оно децентрализовано и на блокчейне, оно будет прозрачным, безопасным и надежным. Преимущества платформы. Во-первых, введение токенов iShock позволит создателям контента получать привилегии за опубликованные работы на платформе. Кроме того, платформа iShock – отличная рекламная сеть с продвижением контента и экспозицией. Это может помочь начинающему писателю с готовой аудиторией раскрыть свою работу, а не использовать издательские фирмы. Это стало возможным благодаря самопубликационной платформе iShock для авторов электронных книг и энтузиастов. Вот. По токенам ICO. ICO продлится до 22 мая 2018 года. Название токена – SHK. Платформа Ethereum по стандарту ERC-20. Цена на ICO составит: за один токен вам нужно будет заплатить 1000 эфира. Токенов всего на продажу выпущено 570 миллионов. Принимаются такие валюты, как Ethereum, Bitcoin и Litecoin. Вот. В заключение хочу сказать, что платформа обладает всеми необходимыми качествами и инструментами для достижения поставленных целей, а также проект имеет сильную, хорошо укомплектованную команду, которая имеет весь необходимый спектр знаний и навыков. Благодарю за внимание. До новых встреч, друзья!